сентябре 2017 года на сайте «Алые паруса» проекта для одаренных детей были опубликованы исследования по истории родного края ученицы средней школы села Руч, Лобановой Евгении. Статья называется «История села Анны». Беззаветная любовь девочки-подростка к родному краю, к малой родине, чувствуется в этой работе. Мы решили воспользоваться этой статьей и процитировать выдержки из нее для сопровождения материалов видеосъемок. Итак, слушайте. Анып – это село на левом берегу реки Вычегды в Усть-Куломском районе. Близ села найдены две стоянки древних людей, относящиеся к эпохе позднего мезолита. Первое описание села появляется в 1678 году. В переписной книге указано, что починок Анып возник через 15 лет после переписи 1646 года. Первые поселенцы обосновались на месте будущего Аныба в 1661 году. Они были родом из Зеленца. Это Матвей Завьялов, Яков и Павел Казариновы, Мартин Пименов. Эти первые переселенцы основали поселение. В 1678 году в починке Анып имелось три двора, восемь мужчин. В 1663 году починок входил в состав Висерской волости, с 1785 года в состав Подъельской волости, с 1834 года в состав Сторожевской волости. В 1855 году в селе Анып усердием прихожан была построена деревянная церковь с двумя пределами, в честь преображения Господней во имя святителя и чудотворца Николая. В 1890 году подрядчик-крестьянин Качанов с восемью рабочими начал строительство каменного храма, которое было завершено 14 мая 1891 года. В 1906 году священником Аныбской церкви определен Доброумов Николай Николаевич. Однако, судьба его была трагична. Тройкой НКВД Коми СССР, 23 августа 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. В 90-е годы в храме располагалась котельная, сейчас здание пустует. Во второй половине XIX века в Аныбе открыли земскую почтовую станцию, в 1889 году одноклассную церковно-приходскую школу, в 1904 году библиотеку. В 1913 году село стало центром волости, в которую входили также починок Лобанов и деревни Малый Аныб. В 1919 году в селе установилась советская власть. 25 октября 1918 года здесь создана партийная ячейка, состоящая из 14 членов и 60 сочувствующих. Осенью 1919 года в село вошли белые, около 300 человек, ими командовали поручик Прокушев и прапорщик Цыкин. Пребывание белогвардейцев в Аныбе длилось 3 месяца. В декабре 1919 года здесь была схвачена Домна Каликова, разведчица красных. После допросов и пыток ее повезли в село Усть-Кулом, затем в Помоздино, где она и была расстреляна. Аныб стал знаменит тем, что Аныбский бой 4 марта 1920 года стал днем освобождения Коми края от белогвардейцев и ознаменовал окончание боевых действий на ее территории. В 30-е годы в село пришла коллективизация, многие крестьянские хозяйства вступили в колхоз и стали заниматься коллективным трудом. Основными видами культур, которыми засевались колхозные поля, были рожь,
овес, ячмень, конопля, картофель, капуста. Анып постепенно менял свой облик. В 1938 году началось строительство новой двухэтажной школы. За 2 года до войны школа на 280 учащихся была построена. Здание школы было самым красивым в селе. Но на данный момент здание школы пустует. В 1941 году началась Великая Отечественная война. За 4 года из села на фронт ушло более 200 человек, не вернулось 170 человек. На многих фронтах сражались жители села. В настоящее время в живых не осталось ни ветеранов войны, ни солдатских вдов. В 1988 году в центре села поставлен обелиск с именами погибших. В 1957 году появился колхоз «Правда». В 1960 году был создан совхоз «Ручевский» и Анапское отделение вошло в его состав. В 1958 году построили двухэтажный дом культуры, который существует по сегодняшний день. В 1970 году построен типовой детсад на 50 мест. На данный момент детсад посещают 7 детей. В здании детского сада располагаются теперь администрация сельского поселения Анап и сельская библиотека. В середине 80-х годов кризис проник в социально-экономическую жизнь села, Анапское отделение совхоза становится убыточным, лишившись государственной поддержки. Сельскохозяйственное производство становится нерентабельным, население убывает. Развалился совхоз Ручевский, где работало большинство жителей села. В последние десятилетия 20 века, а также в начале 21 века численность населения сокращалась. В настоящее время в нем проживает 262 человека. В 2003 году была реорганизована Анапская основная образовательная школа. Осталась начальная школа, которая в 2009 году также была закрыта. Учащиеся с 1 по 11 класс учатся в средней образовательной школе села Руч. И все-таки село Анап пока живет. Здесь по-прежнему работают дом культуры, библиотека, детский сад, почта. В настоящее время в селе живут в основном пенсионеры и безработные. Историю села делали и делают люди. Мы гордимся, что выходцами нашего села являются Нестеров Иван Васильевич, военный дирижер, заслуженный работник культуры Республики Коми, Яковлева Светлана Ильинична, преподаватель истории Сыктывкарского государственного университета, окончила МГУ. Моторин Игорь Александрович, военный историк, преподаватель Санкт-Петербургской Михайловской военно-артиллерийской академии, Лобанова Людмила Сергеевна, сотрудница Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Отдаленность от экономического центра, слабая инфраструктура, отсутствие других предприятий, кроме сельскохозяйственных, привело село к числу бесперспективных, и это очень печально. На сегодняшний день Анап не имеет надежды на будущее. Село превратилось в маленькую деревушку, и через несколько десятилетий, видимо, исчезнет совсем.
Уважение к памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков – одна из сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим. И как хочется верить, что возрождение сел и деревень – это не наша фантазия. Выражаю искреннюю благодарность Евгении Лобановой за возможность использовать плоды ее работы в видеоролике. Согласитесь, пока у нас есть такая патриотичная сельская молодежь, искренне любящая свою малую родину и желающая ее возродить, не все еще потеряно для России, состоящей из более чем 150 тысяч похожих сел и деревень, являющимися ее корнями. Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.